Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DinoBash. Поехали. Не бойся, снаряды не навредят твоим динозаврам. Так, открыты новые уровни. Рэмбо обучение завершено. Ого, ого. Остров вулканов слишком жаркий для яйца, но здесь можно найти что-нибудь полезное. Что, например? Так, ну тут у нас все, ребята, пройдено. А как, мы можем с вами, что ли, сердечки здесь улучшать или что? Нет, плюсик не работает, вот этот вот. Так, ладно, что это такое у нас? Какой-то камень с шипами, что ли? Так, ну что, мы с вами, наверное, оставим вот такой вот отрядик, да? Поехали. Ледяной валун, что нам лучше взять? Мне кажется, что вместо вот этого вот камня нам лучше стоит взять шрапнель. Так, 43, а тут 62 к атаке. Но зато шрапнель массово идет, поэтому я, наверное, вот так вот сделаю все-таки. Ну что, поехали. Огонь очень опасен, но это мы и сами уже знаем, мы проверяли это дело. Так, что тут такое? Ну да-да-да, как всегда, крики. Давай, наверное, приступим. Ага, очухали сразу же. Я знаю. Так, может быть нам... Нет, мы не будем. Мы, наверное, вот сейчас, знаешь, как сделаем? Что тут, молнии, что ли, сверкают? Пу-бумс, отлично. Давай шрапнельку зарядим. Так, плюемся, плюемся, динозаврики. Отлично, по красоте. Этот у нас с косточкой. Блин, ребята, действительно, по-моему, как будто вот гром и молния. Ай-яй-яй. Плевун, ты молодец. Так. Пока все хорошо. Так, вы достали уже тут, слушайте, эти хламоны. Ребят, смотрите, надо их подрывать как можно быстрее. Иначе они нас расстреляют. Вот так вот. Шрапнелька готова. Полетела. Дынь-дынь-дынь-дынь, камнями его запуляли. Надо вызвать, наверное, Рэмбо нам. Хотя, подожди, я хочу вот так вот сделать. Специально вот эта вот молния, ребята, она меня отвлекает. Полетела. Ну, прям по башке дай. Да ладно, не можешь пробить уже, что ли? Все, что нужно было, это шрапнель. Так, Рэмбо, быстрее, быстрее. Тут с щитом, чувак. Ну где там, блин? Да, Рэмбо, ты опоздал. К сожалению. А может быть, к счастью. Шрапнелька. Ой, а шрапнель все-таки, мне кажется, лучше, ребят. Знаете почему? Она массово атакует. А валун у нас атакует только лишь одного. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Только не стегозавра мне, не надо бомбить. Фу, повезло нам крупно. Так, продвигаемся дальше. Нет, 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 ну только не это, блин. Ребята, именно это и вышло, чудище у нас лесное. Вот так вот. Нахлобучиваем ее, нахлобучиваем. Я не знаю, может быть, может заморозить ее, а? Вот, пускай, пускай пока еле-еле идет. Потом я еще вот так снарядик брошу. Пускай будет в заморозке. И шрапнель. А? Хорошо вышло. Блин, ребята, валун пошел у меня. На ты, сбили мы ее. Красиво было сейчас. Блин, жалко, конечно, Стегошу потеряли, ну да ладно. Ничего страшного. Хотя мне кто-то сказал, что Стегоша не очень хорош. Я не знаю, ребят, по-моему, он очень хорош. По крайней мере, для меня. Так, победа моя, да, моя. Что-то у меня такое ощущение, что как-то вот немножко... Открыт новый снаряд, глыба. Очень большой урон, но не очень точный. Да? Так, и сколько же он, интересно, ребята, стоит? Вам, наверное, тоже, как мне, интересно это узнать. Так, глыба. 3200, у меня как раз хватает. Хе. Блин, мне хватает на улучшение. Я взял и улучшил валун. Ха, смотри, у него 360 к урону. Это, по-моему... Офигеть, но не очень точный. Интересно, насколько не очень точный? Как вы думаете? Так, Рэмбо, обучение завершено. Это, конечно, все хорошо.
Так, ну что, ребят, 27 уровень у нас. 27 уровень. Блин, а, глыба. Глыбу я взял. Все, хорошо тогда. Кто тут у нас бежит? Ну, куда ты разогнался? Потом, ребят, посмотрим с вами, насколько не очень точно у нас бьет. Ах, я жду. Чего я жду-то? Бумс, хорошо. У нас, оказывается, только снаряды даны. Все, я понял. Поэтому надо держать оборону. Блин, блинский. Давай так попробуем. Ага. По красоте. Иди отсюда, нечего мне тут нервировать. Ну, бумкнул. Добивочный. Солидно. Так, давай-ка вот этого вот гаврика попробуем атаковать. Ай, совсем чуть-чуть не хватило. А чё нам? Вот, сейчас будет хана. Нормулька. Так, теперь вот этого троглодита подбиваем. Ух! Сколько вас тут еще, а? Жуликов-то этих. Давай-давай, бросай валун. Почему не очень точный? По-моему, очень даже точный, мне показалось. Вот. По крайней мере, куда я показываю, туда он и бьет. Так что не надо завираться. Но, ай, красиво. Может быть, не очень точный в плане того, что повреждения не всегда наносит. Это да, что-то есть такое. Но, бумс. Добьем. Нормуль, по-моему, все. А, нет, последняя волна, ребят, последняя волна. И ждем. Бежит охламон. Далеко ли ты собрался-то? Чудик ты наш ненаглядный. Оу, вот сейчас, да, сейчас валун вообще упал где-то не там, куда я ему показал. Бежит, бежит, бежит охламон. С красным носом причем, да? Вылезли из пещеры, ё-моё. Ну, я вам сейчас устрою тут. Ай, зачем так сделал я? Зачем я сделал так? Давай второй. Блин, промахнулся. Все, это, по-моему, ребят, последние архаровцы, которые бегут. Больше никто из пещеры не выдвигается. Нет, хорошо. Для нас это просто отлично. И отсюда будет ничего тут бомбить. Все, по ходу дела. Ну, да, ребята, победа наша. Рокки купить, главное, предлагает злобный двойник. Нет, не буду я покупать. Так, что у нас тут? Пройди три уровня. Скоро пройдем и получим 1500 монет. Так, ну что, ребятушки, продвигаемся с вами дальше и смотрим какие-то... Оу! Рэмбо, обучение завершено. Так, стек завершено. Нам, ребята, надо вот это вот получить. Это ведь какой-то метеорит, скорее всего. Поехали. Так, я беру. Я все оставляю, как у нас есть. Ой, блин. Надо было, наверное, вот этот вот валунчик-то взять вместо шарапнели. Хотя... Ладно, посмотрим. Бу-у-у, дикари бегут. Куда ты там? Думаешь, я тебя не увижу, что ли? Спрятался он мне. Охламон. На, получи. Оп. А вот тут ребятули уже нужен Рэмбо, как ни крути. Рэмбо, погнал. Погнал, родной. Сбивай их всех. Яблочко отдайте. Вот это я понимаю. Вот это Рэмбо. Он же у меня улучшенный, видите? Кого-то даже там, по-моему, прижал в пещере. Так, куда собрался? Зачем ты мне туда показываешь? Я не хочу туда. Так, секунду. Что-то я не понял. Рэмбо! А зачем мне сейчас нужен был тут Рэмбо? Кто мне скажет, а? Я не понимаю. Мне тут Рэмбо вообще не нужен был. Ну ладно, до кучи, как говорится, всех тут разнесли. Опс, вообще-то он мне пригодился. Вы сами прекрасно видели, да? Ну что, далеко собрался? Так, сейчас мы тебя бомбанем. Ать! Отлично. Давай, плевун, выходи. Так, это у меня стега там подошел уже, да? Да-да-да, именно стега подошел. Плевун, не подходи слишком близко к этим гаврикам.
Рэмбо, ты мне здесь нужен, побежал. Рэмбо, ты где там? Ну-ка. Ай, как красиво сейчас было. Не надо подходить так близко. Мало ли сейчас кто выбежит. Последняя волна к тому же. Ой-ой-ой-ой-ой, опять? Опять, ребята, так говнюха. Стегыч, наяривай давай. Я замораживаю. Пытаюсь. Ой, как же она, вот эта вот бомбина просто бесит, вот честно скажу. Она здоровая, очень здоровая, она ломает валуны. Вы помните, что она делала в прошлой серии у нас? И как с ней бороться, я ума не приложу. Ну, вот так, да. Рэмбо, конечно, тут что-то вообще как-то не особо хорошо себя проявил. Но Стега дрался до последнего. На ты, получила свое. Ах, ломонка. Фух, по-моему, прошли. Нет! Так, ненадолго появляется Рокки. Вот сейчас мы и посмотрим, кто такой Рокки у нас. Просто всех сбивает. Ему было пофиг на все, абсолютно. Есть! 6-й левел мы с вами, ребят, получили. По красоте. Метеоритный дождь. Смертоносный метеоритный дождь с небес. Ну, я понял, что Рокки, я не могу, я не хочу. Нет у меня гемов столько, чтобы купить. Вы даете по одному гему за уровень и предлагаете мне купить что-то за 22 гема, ага. Так, ребятулечки. 29-й у нас уровень, как-никак. И я думаю, что нам, наверное, надо кого-то... Подожди-ка, нам, наверное, надо кого-то улучшить. Все-таки у нас денежка есть. И я думаю, что это будет... Подожди секунду. Это будет... Да что ты... Я просто хочу посмотреть. Может быть, Стега улучшить, а? Или снаряды лучше улучшим, а? Да ёпрсте. Смотри. У нас заморозка. Шарапнель. Шарапнельку можно было бы улучшить на... Ну, неплохо. 11 в плюсике будет. Радужное счастье? Это что еще такое? Поделись радужным счастьем. Не знаю, какая-то бесполезная, мне кажется, штука. Особые предметы. Фальшивое яйцо. Вот удвоение монет бы, да, ребят, было бы неплохо. Серьезно вам говорю. Я, наверное, все-таки улучшу плювика. Плювика улучшу. И скорее... Да что ты будешь делать-то? И, наверное, я улучшу... Стега. О, на Стега не хватает. Тогда Рэмбо. Все. Надо ждать тут почти 3 минуты. Да ладно, нам спешить некуда, подождем. Ну что, ребятули, отправляемся с вами на 29-ю миссию. Дальше. Погоди-ка, я же не купил метеоритный дождь. Вот чудик. Ладно, потом купим. Он наверняка стоит недешево. Ну, где эти? Троглодиты напирают. Прям вот написали. А, во, ребята, метеорит у нас тут есть. Прям напирают, говорят, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да иди ты отсюда. Тебя тут не хватало еще. Ой, а что так мало? Ребят, смотрите, какая маленькая у нас тут дистанция. Ну-ка, наверное, специально хотят, чтобы я проверил. Оу! Вот это было круто, серьезно вам говорю. Это было просто по красоте. Такой метеоритный дождик сейчас прошелся. Так, нам нужно... Ага, все, я понял, что нам нужно вот так сделать. Куда бежите? Куда бежите? А? Давай-давай-давай, заплевываем этого говнюка. Не получилось. Отдай яблоко. Так, мне нужно, ребята, Стега, скорее всего, вызвать. Стегач — это хорошо. О, погоди, там же у нас с факелом кто-то бежит. Бежал, нет, бежит. Ну, бум, молодец. Рэмбо, ты малорик. Ух, это была короткая миссия. Я уже думал, сейчас нас тут прижучат-то по полной программе. Так, заморозь 100 врагов. Ага, понял. Так это нужно специальным скиллом морозить, а не просто кинуть на них ледяную бомбочку, да? Так, плювик, завершено обучение. Спасибо. 30-й этапчик.
Поехали, ребятулечки, поехали. Фух. Хорошо, идем. Энергии-то у нас сколько, я что-то не заметил. Опять напирает, нет? Нет, сейчас нормальная дистанция, так что все. Все у нас хорошо, все у нас по фэн. Угу. Угу. Ты понял, да? Ты понял, он уже прикрывается щитом, гаденыш. А если я так сделаю? А? Нормуль. Слушай, они все с щитами бегут, ты представляешь? Абсолютно все. Ну, Рэмбо, побежал. Будешь их сейчас тут пробивать мне. Он еще так щит припустил, смотри. Раз, два, три, четыре. Вау, классно. Мне нравится, как Рэмбо идет. Говорят, Рэмбо не очень, или Стега не очень. В общем, неважно, все говорят, что кто-то не очень. А по-моему, все очень даже хороши. По мне так лично. Бомбочку зря истратил. Ну, эй, плювик, не сможешь. Не сможешь ты одолеть этого хламона. Не под силу тебе. Ну, молодцы. Двигаемся дальше. Так, есть чувак с щитом, поэтому нам нужно приготовиться и с факелом к тому же. С факелом. Рэмбо, здесь нужен ты. Потушим факелок. Потушили навсегда. И факелок, и самого этого чувачка. Во-во-во. Отлично. Давай, плювик. Шамана этого раздавили. Неужели все? Нет, как-то не похоже. Так бы писали. Последняя волна, но... Что такое? Никто не идет, ребят. Я даже успеваю яблочки улучшить. А что такое-то? Эй! Понял, я понял. Твою ж макареку. Ребята, это шухер. Это шухер. Черт подери, что же сейчас будет, а? Ай, бедный Стега. Поехали. Так, замораживаю я ее, короче. Вызываем еще Стега. Я думал, игра зависла, блин. Нет, не зависло. Просто они выжидали того самого момента, чтобы я все потратил. Там еще кто-нибудь есть? Нету сзади больше никого. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же она бомбит, эта жиробаска. Супер-воин, так скажем. Главное, чтобы она к Стега не подошла. Стега очень, кстати, хорош. Он очень прилично наносит урона. Надо его прокачивать. Вот что я понял. Я понял, что его надо прокачивать. Да замолкни ты уже. Давай, 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 Стега, добивай ее, добивай. Есть. Фух. А я уже было пужанулся, малька. Че, замораживать всех-то? Да не буду я. Три штуки за 4 гема. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Серьезно, какая-то дурость какую-то предлагает мне. Так, ну смотрим, у нас еще Рэмбо обучение завершено. Энергия еще есть? Где у нас энергия-то вообще? Я не понимаю. Не вижу я. Так, ух ты. Скоро, скоро, скоро будет динозаврик. У нас, ребята, по ходу дела новая какая-то бомбочка будет. А сколько денежек у меня, а? Посмотрим. 7 с лишним, поэтому я буду улучшать. Да, я буду улучшать нашего Стега. Вот так вот. Да, ну атаки на плюс 7 всего лишь, но здоровится хоть побольше. Хотя, знаете, я не особо увидел, чтобы он такой был крепкий. То есть падает он просто с удара у нас. 31-я миссия. Поехали. Ух, веселуха. Ну, что такое? Так, может быть, успеем с вами? Не понял, это... Что еще? За новости тут у меня летающие чувачки. Не было печали, а, ребят? Так, секунду, подожди, 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 подожди. Я накоплю себе? Накопил. Погнал. А этих бомбим. Бумс. Замечательно. Так, вот это мне не нравится. Интересно, а плювик может его подбить или нет? Как думаете? С каким-то... А, он...
Я думал, он с каким-то ключом гаечным бежит. Нет, просто палка. Да ядрить тебе на корень. Ты смотри, он псих какой-то. В шарфике. Так быстро к яйцу подобрались, эй. Вы давайте, завязывайте с такими шутками-то. Дай яблоко сюда. Так, я думаю, что надо нам вызвать все-таки Стега здесь. Пускай он здесь немножко разомнется, так скажем. Так, плювики. Рапторики. Вот сейчас, кстати, посмотрим. Нет, ребята. Нет, он просто пролетает. Ну-ка. Во. Стега, ребята, у нас хорошо справляется с этим охламоном. И это меня радует. То есть будем знать. Так, замечательно. Шикарно. Давай сюда камень. Они напирают. Они напирают, ребята. Их тут очень много. Веточники идут. Что ж ты будешь делать? Иди отсюда, ты разбуянился, а? Все, нет? Как думаете, все или нет? Ну. Сейчас я боюсь, услышу знакомый голос, и это Чурло побежит. Нет. Я думал, сейчас опять эта жаробасина побежит сюда и опять будет меня тут доставать. Но ее, слава богу, нету. Так, побили. Молодцы, ребятушки. Не сдаемся, не пасуем. Дай сюда яблоко. А вот теперь, скорее всего... Кто-нибудь слышит, нет? Я ничего пока не слышу. Давай шрапнелью. Вот плювики, почему вы туда прете? Прям вот вплотную. Я не понимаю вот смысл вот этого вот. Зачем вы туда идете, напираете? Эй, Стега, выдержал. Выдержал удар все-таки. Понятно, бежит стерва. Две! Вы что, серьезно что ли? Да ну! Твою ж макареку. Придется так делать. Жесть какая-то, что тут происходит, ребят? Две! Офигеть просто. Понятное дело, что подбили. Ой, плювики, плювики. Нет, урона не получает. Тут знаете, что хорошо было бы? Вот что для меня. Валун, вот этот наш супер-пупер валун. Он бы здесь был бы хорошо. Неохота просто мне, ребят, проиграть здесь. Чтобы мы начали с самого, блин, начала. При моих-то затратах. Совсем не хочется этого. Блин, придется, наверное, замораживать меня. Или как тут вообще быть с ними? Давай заморозим. Придется все потратить. Они к яйцу почти подобрались. О, хоть одну, ребят, убили с вами. Шрапнель пошла. Этот пошел. Я, короче, все, что можно, ребят, потратил здесь. Все, абсолютно. Офигеть. А дальше что будем делать? Связка бомб. Сюрприз для троглодитов. Замени этим бомбу, чтобы бабахнуть. В магазин зайдем, посмотрим. Ага. Да позже все это. Ох, ребята, дальше, я думаю, будет жесть просто. Каждый уровень все сложнее и сложнее. Связка бомб, 7000, у меня даже не хватает денег, чтобы купить эту связку бомб. Кого тут улучшить, а? Можно было бы. Да, никого. Ребят, 32-й этап. Я боюсь сюда идти, вот честно вам скажу. Я боюсь сюда идти, потому что я знаю, что меня здесь, наверное, расколбасят. Может, валун нам взять, а? Давай попробуем валун взять. Так, это где у нас... Где у нас там в армию-то набор идет? Вот, вот здесь. Вот тут. Так, вместо чего? Вместо шарапнели. Да, я, наверное, вместо шарапнели возьму, ребят, вот этот валун. Глыбу. У нее 360 атаки, а у шарапнели 43. Тихо, надеюсь, что это мне поможет хоть как-то. Ой, жесть какая-то сложная, а? У меня нет, ребят, вообще бонусов никаких. Так что можете
даже не смотреть на это все. Так, смотри, щито бежит. Тут нам кто поможет? Только Рэмбо. Ну-ка посмотрим, как валун. Ох, как красиво валун работает. Но он долго откатывается. Ну, где там Рэмбо-то наш? Вот он бежит. Бежит наш красавец. Ой, замечательно, так как пробил сейчас. Да, не добежал, конечно, немножко вот этих вот гаврюш не подбил мне. А ну-ка. Слушай, ну по красоте, пока идем по красоте. Так, кустарник. Типа я не знаю, что, кто там и что там, да? Спрятался он мне. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Позбивали всех. Ух, молодец. Нет, есть все-таки Рэмбо смысл прокачивать. Есть. Причем очень большой смысл. Как атакующий динозавр, он очень хорош, ребят. Получил лобешник, шаман. Чертов. Давайте еще раз вызовем. Ай-яй-яй. Непорядки. Непорядки, я еще раз говорю. Ой, Рэмбо, ну как же ты хорош, а? Рэмбо действительно хорош, ребят. На самом деле, без шуток. Еще яблочки улучшим. И опять тишина, да? И опять сейчас... Пипец, начинается пипец, ребят. Рэмбо, только ты мне здесь, наверное, поможешь. Слушай, ну валун на самом деле очень хорошо отнимает здоровье. Только он откатывается очень долго. Так, попробуем еще разок так сделать. Слушай-ка, есть смысл прокачивать вот этот валун. Без него нам дальше не пройти. Вот серьезно вам говорю, без него мы не пройдем. А ну-ка, бомбочка, 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 взорвись, пожалуйста, взорвись. Бумс. Ей пофиг на эти бомбочки. Вот она единственное, что ощущает, это валун. Серьезно, вот валун она чувствует. А остальное ей все пофигу. Это последняя волна же, да, была? По-моему, последняя. Ну, давай, 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 давай. Ну, добиваем, ребятулечки. Есть, молодцы, красавцы вы мои динозаврики. Умные, красивые, хорошие. Че, еще что ли? Блин, я думал, что это была последняя волна, ребят. Ну, ненадолго появляется Рокки. Вот это классно, вот это классно. Вот так вот он всех сносит. И победа за нами. Очередная. Ух, солидно. Так, Рокки опять же мне предлагает. Я бы, конечно, если бы у меня были бы гемы, я бы купил бы, естественно, ребят, но у меня их нету. И донатить я не хочу, вот серьезно вам говорю. Так, ну что, у нас с вами какой уровень-то открывается? 32-й. И денежек, а денежек у нас почему-то мало. Что-то вообще мало, очень мало. Так, поехали. Наверное, спросят многие, а почему ты никого не меняешь больше? А кого менять-то, ребят? Каких динозавров будешь брать? Вот, по-моему, самые мощные у нас динозаврики. Слушай, я случайно не... Воздушный налет? Так. А ну-ка, спускайся на землю. Воздушный налет он мне тут устраивает. Куда он очень быстро бежит, кстати. А если так я сделаю? Эй! Ти-ти-ти-ти-ти, куда ты летишь? Блин! Да ну, завязывай! Так, а если так? Блин, какая-то фигня получается, ребят! Я не готов к этому воздушному налету. Серьезно не готов. Сейчас, по-моему, яйцу хана будет. Нет? Ну, сейчас точно, наверное, вот... Вот буквально чуть-чуть осталось. Так, не будем пока тратить. Где там они? Летят? Летят, куда же они денутся? Стегозавр может быть только один. К сожалению, если бы их можно было бы несколько, я бы, конечно, бы несколько бы их выставлял бы. Ну где там вот, летит. Блин, не очень точный. О, тихо.
Ух, жарко было, вот это серьезно было жарко. Ну я справился, нифига мы с вами денег получили. Прикольно, приколюха просто какая-то. Эть, забираем с вами. Одну заморозочку нам дали, щедро с их стороны. Не, ну правильно, если иметь вот такого Т-рекса, предположим, и Рокки, то тут можно было вообще без проблем проходить. Так, ну что же, я собирался посмотреть кое-что. Наверное, купить. Да ёкаламане. Что нам хотелось купить? Улучшить? Да давай глыбу, может быть, улучшим. Плюс 90. Это есть в этом, ребят, смысл. Причем большой. Шрапнель я не буду улучшать. Быстрые снаряды. Вот это тоже, кстати, было бы неплохо. 1800. Надо улучшать раптора нам. А знаете почему? Потому что, ну, раптор у меня довольно часто выходит. Он как бы, ну, сдерживает, так скажем, врага у нас. Так, ну что, поехали. Ядрите на корень, а. Хочу просто получить того динозаврика синенького. Так, я готов. Что там? Орете, как сумасшедшие, как потерпевшие. А? Понравилось? Ха-ха. Так, погоди-ка секунду, что-то не сработало. Поехали. А, они какие-то усиленные, смотри-ка, они тоже усиляются, ребят. Ну, посмотрим, как с ними справиться. Отлично справляется. Просто по красоте. Бросаем. Эту уничтожаем. Валунчик сюда обязательно. Блин, почему-то, ребята, валуны отнимают очень мало здоровья. Очень мало. Видимо, они уже для них устарели. Ну, брось. Вот видели, как срабатывает все. А, мне нужно накопить на стегозавра. Вот что надо. Стега вышел. Давай, бомбим, ребятули, этих охламонов всех. Так, я вот так брошу и вот так. Солина. Слушай, мне не нравится там. Блин, что-то их многовато как-то. Ой, плювики, что ж вы так слабенько-то плюетесь, а? Шаман тут не нужен. Нам тут не нужен шаман, вот что я могу сказать вам. Опа-на, в кустарниках еще был один шаман, ты представляешь? Надо эту всю шайку-лейку забомбить. Отлично. Ай, сейчас стегушу моего подбили. К сожалению, стегушу подбили. Такой, знаешь, он как будто не с копьем, а с какой-то, я не знаю, зубочисткой идет. Он ее так держит в руках, прикольно. Это пипец просто-напросто. Хе-хе-хе, дурила. На тебе, плювик. Плювик. А вот тут мы, кстати, с вами что-то как-то уж чересчур пасуем. Опа-на. А вам не кажется, ребятушки, что вы уже переборщили? Ага. Яблочки мои. Заморозим, убили. Так. Как же быть-то? Нет, только не ты. Вон она вышла, последняя, блин, волна. Так, что делаем? Что мы с вами будем делать? Надо ее уничтожать, эту бомжуху. Блин, и тут нужно смотреть, чтобы не пробежали. Твою же макареку, а. Ой, ребята, что-то как-то уже. О, метеорит, спасибо большое за метеорит. Да иди ты там, заморозься. К ядре не фени. Так, этот лечит, да, шаман? Стегу подбили, гады! За что ж стегу-то моего? Иди отсюда. Так, секунду, ребята. Ну, с факелами идут, ты понимаешь? Неужели мне придется использовать вот этот вот? Да ну! Блин, заморозка — это единственное, что может мне, наверное, помочь.
Ребята, она прет. Это бомжиха прет, понимаешь? Блин, валун! А-а-а, яйцо! Да заморозьте в эту бомжуху! Мне нужно протянуть, ребята, до валуна! Ты понимаешь, до валуна! Что? А-а-а, забомбили, да? Забомбили, гаденыши. Ага, они мне вот так вот. Да, ребят, ну здесь что-то уж вообще чересчур. Вот я вам серьезно говорю, я все потратил. Раптор завершил обучение. У нас с вами, блин, денег-то не так уж и много. Хм. Ну, давай еще разок. Я вот не знаю, блин. Взрывной камень. Как-то тут не особо хорошо пошло все у нас. Они просто нахрапом нас взяли, вот серьезно вам говорю. Просто нахрапом. Поехали. Так, раптор у нас якобы улучшился, да? Но у нас нету ни метеоритного дождя, ничего нету. И это уже плохо. Вот эти вот улучшенные какие-то у нас. Дай-ка я вот так лучше сделаю, наверное. Так, и попробуем с вами вызвать Рокки. По идее, он должен сбить их. Не всех, но многих. Так, валун. Отлично, подбили. А почему у меня таких нету, блин, маскировочных, блин, динозавров, а? Несправедливо, я вам скажу. Ух, там еще и с факелами бегут, а? Давай, 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 родные динозаврики, бомбите их, пожалуйста, бомбите. Ты посмотри, их сколько тут уже, а? Их уже слишком много здесь. Я не знаю, как мы будем тут противостоять. Я даже не могу Стегу вызвать, ты представляешь? Стега вышел, в принципе, нормуль. Ух, изо всех сил. Рэмбо нужен мне здесь. Рэмбо, пошел. Один, два. Так, хорошо, идем. Ну, по крайней мере, мы этих раскрываем. Кустарник хорош бить уже. Засранец. Валун. Фу. Так, тихо, тихо, радоваться рано. Это сейчас будет бросать свои веточки. Блин, какой-то горелый. Ну, знакомая песня началась, ребят. У меня нет на этот раз ни заморозок, ничего такого. Понимаете? Ничего нету. Где она там, эта бомжиха? Вон она идет. Давай, Рэмбо, выходи. А я буду эту бомжиху пока бомбить здесь. Слушай, по-моему, она уж больно поднакаченная какая-то. О, там еще и два шамана, ты понял? Ладно, с шаманами разобрались. Ну-ка. Там сзади никого, надеюсь, никаких шаманов больше нету. По-моему, нету. Рэмбо, где ты? А че Рэмбо, Рэмбо? Ну ты посмотри, какая тут сзади орда идет, а? Ну вот как вот тут вот можно вообще с ними драться? Как тут можно противостоять? О! Спасибо хоть на этом.
А кто у меня стегоша-то убил, эй? Ну и как тут быть? Опять эта говнюха сейчас уничтожит мне яйцо, а? Я не успеваю, ребят. Нет, к сожалению, не могу. И гемы тратить я не собираюсь. Тут мне поможет, знаешь, только что? Больше монет. Нам нужно с вами улучшить. А мне, наверное, не хватит. Чтобы получить супер валун, придется и так сделать. Ты получаешь супер валун. Спасибо вам большое. Это все, что я получил, да? Только супер валун. Короче, мне нужно улучшить свой вот этот вот камень, который мы сбрасываем на голову. А у меня, наверное, не хватит, да, денежек для этого? Так, смотрим. 7800 нужно, ребят, чуть-чуть буквально не хватает. Совсем чуть-чуть. 130, это вот как раз нам и не хватает этого дамага. Я могу, например, пройти вот эти вот уровни? Могу. Давайте быстренько пробежимся с вами по старым уровням. Надеюсь, за это будут давать мне деньги. И если будут, мы с вами улучшим наш супервалун. Вот этот вот. Твою дивизию. Вот я взял себе уровень, а? На свою-то голову. Ну. А, здесь, по-моему, тоже бомжиха даже есть. По-моему, есть. Бомжиха, назвал же я ее тоже, а? Ну, а кто она, если она действительно бомжиха? Так, далеко собрались архаровцы? Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, я не могу! Да иди ты отсюда, инженер кислых щей! Блин, мне здесь Рэмбо нужен. Погнали. Так. Ага, хорошо, он у нас тут пробегает. Вообще, Рэмбо отличный чувак. Надо его прокачивать тоже, кстати. И вот бомбу, кстати, тоже. Блин, короче, тут все нужно прокачивать. А ну-ка. Подожди, подожди, этого гаврика-то надо. Блин! Стегоч, ну! Подбей его, вот так вот, молодец, спасибо. Так, не подходи, даже не вздумай подходить. Так, заморозим. Валунчик бросим. И вот тут еще валунчик бросим, да? Во! Ну, по-моему, нормуль. Нормуль идем. Блин, нормулик, тут что-то уж больно чересчур много. Хорош тут уже свои веточки мне бросать. Так, сейчас будет, по-моему, последняя волна, да? Сейчас мы услышим крик этой истерички. Нет, не услышим. Ну-ка, заморозка. Все в дело идет у нас, все в путь. Стегоч, ну ты красавчик, подбиваешь их налево и направо. Если его еще прокачать с уроном, он бы еще как-нибудь побыстрее бы стрелял бы, а то как будто в замедленной съемке. Ага. Сейчас будет крик, вот чувствую, крик будет. Не? Блин, да что ж такое-то? Сколько тут волн-то? Непонятно, как-то странно даже, мне кажется, уже. Ну-ка, дай-ка их валуном. Чтоб мы не выеживать. Во! Да-д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 а, ребята. Именно эта идиотина бежит. Именно она. Их две тут! Ядрить его на корень! Ё-моё, да куда мне тут две-то? Нет, ну с двумя-то я тут не справлюсь, ребят. Ну, как тут? Нет, этот бесполезняк какой-то. Я не знаю, что мне делать. Как мне тут быть?
Ой, валунчик, валунчик. Хорошо, конечно, бомбит, но мало, 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 мало нам. Наносим мало мы урона валуном этим. Плевуны тут вообще как-то не котируются, если честно. Давай так сделаем и вот так вот. А? Так, подожди, подожди, еще есть шанс у нас, хоть небольшой, но он есть. Я изо всех сил стараюсь, ребят, вот серьезно говорю. Изо всех сил хочу выиграть, хотя этот уровень мы уже прошли, но мне нужны деньги. Заморозка, заморозка, блин, давай. Замораживаю их. И валуном. Так, Рокки вызовем. Он сейчас, конечно, наверное, никого не подобьет, но мало ли. А, нет, все-таки сбил одну. Сбил одну бомжиху. Ой-ой-ой-ой, она подходит, подходит, подходит. Заморозка. Ай, камень. Нет, этого недостаточно. Этого недостаточно. Да успокойся ты уже, а. Ребята, кусаем, кусаем, кусаем ее. Ух, ё-моё, наконец-то. Без практически применения каких-то суперударов. Ну почему же там тогда я не мог ее победить, а? В чем проблема? Она там здоровее, крепче, что ли? Или как? Я не знаю. Ну, хватает у нас на апгрейд нашего валуна. Давай сделаем, посмотрим. Улучшить снаряды. Так, вот он. Сколько ждать нам придется? Нисколько, да? Сразу же. Понятно. Вот теперь мы с вами идем на вот этот вот опять же уровень. И пробуем, ребят, с вами пройти его. Заморозка, шарапнель. Может быть, заморозку убрать? Нет, заморозку нельзя убирать. Иначе она проскочит, эта бомжиха. И будет очень плохо. У меня же еще супервалун есть. Точно. Теперь-то мы пройдем этот с вами уровень. У меня есть супервалун. Не стоит об этом забывать. Так, давай мне яблочки. Вот так. И мы начинаем. Отлично. Хорошо. Так. Как только Рэмбо возможность есть вызвать, сразу вызываем его. Ну, что-то такое. Бум, бум. Вот так вот. Так, этих не пробили. Отлично просто. Давай вот так вот бомбанем. Стегу вызовем. И теперь... Нет, супер валун, ребята. На последнюю бомжиху мы с вами прибегнем. Не будем его тратить вообще. Трогать просто. Вообще забудем про него, пока бомжиха не выйдет. Заморозил все-таки. Все-таки успел. Плюемся. Так, давай-ка мы этих выкурим из кустов, да? Погнали. Так, что такое? Я не могу понять, что лучше здесь. Давай так сделаем. Рокки. Конечно же, Рокки побежил. Побежит у нас. Так, шаман, шаман, ты-то тут мне не нужен вообще. Раз, два, три, шамана сносим. Ох, по красоте. Нет, не снесли. Не хватило нам, чтобы его убрать. Давай так сделаем. Рокки, ты мне нужен сейчас. Поехал, побежал. Так, шамана заклеймим. А чё Рокки-то, не добежал, что ли, получается, да? Ага, придавили. Слушай, ну, а, вот он, Рокки. Слушай, ну мы, вот сейчас, наверное, будет бомжиха идти, нет? Блин, опять еще не сейчас. Ну, успокойтесь вы. Вот она. Вот она идет. Бомжуля. Пока, ребят, своими силами пытаемся. Пока пытаемся своими силами. Вот эти вот шаманы меня бесят. Надо их убирать. Ох, хорошо. Давай вот тут вот еще. Ага, стегозавра у меня подбили. Нам поможет здесь Рэмбо. Ждем, ребята, Рэмбо. Побежал. Блин, он сейчас об эту и споткнется, по-моему. Но он хорошо наносит урон. Да, пускай он погибает, но он наносит урон отличный просто.
Вот что я вам могу сказать. Так, бросаем. И еще бросаем. И теперь еще и заморозку. И теперь еще Рэмбо. Ой-ой-ой-ой, хватит ли у меня, ребята, дури-то и противостоять. Последний удар нужен. Последний удар, представляешь, Мари? Ну, есть. Эй. Да ну хорош, какой-то вонючий копьеносец, блин, подбил мне. Какой-то вонючий чувак с копьем подбил яйцо, ты представляешь? Вот не подумал бы вообще об этом. Бомжиху убил, чувак с копьем подбил. Я вообще пройду этот уровень сегодня или нет, а? Или все здоровье здесь, все попытки свои здесь потрачу? Так все шло хорошо, так замечательно все было. На тебе, чувак, просто пи-пи-пи со своим копьем драным, вонючим. Ну я им сейчас устрою, а? Я им сейчас устрою тут. Куда бежишь, говнюк? За такого говнюка, как ты, я и проиграл, блин. Бежит он. Раскоряка чертова, а. Давай вызовем Рэмбо. Он-то знает свое дело. Ага. Минус. Вот так вот. Давай-ка вот так сделаем. Да что ж такое-то? Да. Опять нас тут нахлобучивают почему-то. Блин, опять нас тут потесняют. Может быть, надо было трицераптора брать, или как его там? Трицер? Так, ладно, у нас стега идет. Подходит, так скажем. С факелом, чувак. Опасный. С факелом, чувак, опасный. Это мы знаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ах ты! Я думаю, что такое? Это хиллер. Так, мы его подбили. Хорошо, что он ватный, всего лишь на один удар. Рэмбо! Поздно, поздно вызвал Рэмбо. Стегу потерял. Потерял я стегу. Ладно. Вызовем сейчас еще. Так, вот здесь вот, наверное, и вот тут пробиваем. Какой же ты все-таки ватный, Плювик. Я прям не могу. Ты меня порой так раздражаешь. Всего лишь один удар. Ну хотя бы два удара. Нет, он всего лишь один удар держит и все. И погибает. Мы дождались, кажется, блин. Мы дождались, блин, кульминации игры. Давай, Рэмбо, пошел. Валун, валун у меня еще остался. Валун я не потратил. Давай бомбить. Это просто убивает. Такой пальчиком пик, подбил, блин. Тут у нас еще два хила. Хилов нужно в первую очередь уничтожать. Отлично. Ага. Ну. Да дайте мне этого гаврика уничтожить-то, блин. Вот так вот. Будет знать свое место, паршивец. Блин, он это практически уже рядом с яйцом. Это плохо, ребят. Стегич погиб у меня, ты представляешь? У меня погиб Стегич. Я еще один валун запускаю. Ага. Я, наверное, сейчас буду выпускать валун, ребят. Скорее всего, валун придется мне выпускать. Поехали, я не вижу других вариантов. Эй!
Хлопцы? Неужели? Это жесть. Это жесть. Просто сложно до невозможности. Супер валун купить не надо. Прошел я наконец-то этот, ребята, уровень. Фух. Ну что, у нас 34-й, и потом уже будет новый динозаврик. Попробуем справиться. Но если здесь опять эта бомжиха пойдет. Ай, надо было супервалун улучшить. Точнее, камень. Неподалеку живет могучий Брахио. Возможно, он присоединится к нам. Я только об этом и мечтаю. Троглодиты напирают. Понятно. Напирают они, да? Сразу же, ребята, бомбим. Как только можем. На ускорении просто-напросто. Да ты бросил камень-то. Действительно, на... Оу, а тут у нас расстояние-то. Сгулькин фиг. О, ребятулечки. Это что ж творится-то? Рэмбо, вся надежда на тебя. Уповаю, уповаю на тебя, Рэмбо. Упал. Как же мне тут быть-то? Хе-хе-хе. Такая волна бежит. Сильные троглодиты, где? Что? В каменной броне? Ну, ничего другого я не ожидал, ребят. Ну, ничего другого не ожидал я от этого. Ну, сильные троглодиты, и все, и хоть ты тут тресни. Ну? Обалдеть! А им пофиг. Вообще, абсолютно, понимаешь? Ну как я тут должен, блин, ребят, ну, вот серьезно. Как я должен противостоять вот этим вот охламонам, я не знаю. Продолжить. Офигеть, каменные, блин, чувачки. Я представляю, если будет там потом эта бомжиха вот эта вот идти в каменной броне. Ой, ну что мы тут можем с вами улучшить? Я хочу вот Тирексика себе купить за монеты, за брюлики. Так, Рэмбо. Рэмбо это, конечно, хорошо. Ух ты посмотри, сколько у него, ребят, будет атаки. Ай-яй-яй. Или же все-таки улучшить свой вот этот вот супервалун, суперглыбу. Я сделал вот так вот, ребят. Это мой выбор. Хотя, наверное, зря я так сделал. Ладно, попытка номер два. Может быть, плювика убрать этого поставить? Но он стоит, елки-палки, 14 яблок, ребят. Ну это грабеж просто средь бела дня. Очень дорого стоит. Если, короче, мы сейчас с вами проигрываем, у меня все попытки жизненные будут на исходе. Троглодиты напирают. Я понимаю, что они напирают. Напирают они, блин. Как-то вот так вот пока будем начинать потихонечку. Так, плюем. Да, если бы это хоть как-то, ребят, нам помогало. Если бы хоть как-то. Мне, конечно, хотелось бы вызвать этого. Стегу. Но я, наверное, не смогу его вызвать. Не успею. Элементарно. Давай, Рэмбо, пошел. Ну, хоть Рэмбо нам здесь помог сейчас в данный момент. Причем довольно хорошо он нам помог, если честно. Так, плювики идут. Сейчас побегут эти сильные, да? Вот они уже вышли. Ух, как хорошо по ним камни бомбят. Ты видел? Они всех ломают. Они просто всех ломают. Они ломают всех на своем пути. Ну, одного кое-как мы с вами... Хотел сказать, прибили. Нет, не прибили, ребят. Нифига мы его не прибили. Да дай ты мне... Ну, пока этот придурок прилетит... Твою мать. Ладно, ребят. Мы с вами продули. Продули. Для меня это было очень сложно. На данном этапе очень сложно. Какие-то каменные вышли. Я об этом даже и не думал, что такие будут.
Но, тем не менее, мы остановились здесь. Я уже хотел получить, но, как видите, жизненные попытки наши кончились. Нам придется только лишь ждать. И, соответственно, может быть, мне придется поиграть за кадром, как-то улучшить и заработать денег. И немножко прокачаться, но это уже вообще беспредел просто-напросто. Так что, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.